кажется, мне дополнение вот это. Вот это вот, ну, я напишу не равно, да, и это будет теорема Ферма, если что, теорема больше для n больше равно, на самом деле, все-таки 3, да, уже. Ну, нормально, нет, больше равно 4 тоже верно. Но больше равно 3 это уже, так сказать, классика. Это классика, да. И что? Чисто натурально. Да, и натурально. И на дизайнах. Ну, то есть, целоположительно. Иногда натуральными начинают с нуля, особенно когда вы в вузы поступите, да, кто из вас будет заниматься какой-нибудь прогой или близко к ней, там в логике используется ноль, это первое натуральное число. А дальше поехали, 1, 2, 3, 4. А во Франции тоже вроде. Ну и вообще, в принципе, это вот так принято. В большой науке скорее принято считать ноль натуральным, но в школе считается, что натуральный начинается микс. Поэтому, чтобы не путаться, говорят целые положительные. Вот, натуральных. Вот. Целых положительных, то есть принадлежащих z. Это такая символика, знаете, да, такая символика. Вот. Ну и, соответственно, больше равных нуля. X, Y и Z. Итак, ни при каких трех целых положительных X, Y и Z. И ни при каком целом n, начиная от трех и выше, не может быть выполнено вот этого точного равенства. Не может быть выполнено его. И это самая знаменитая проблема человечества в математике, в области математики. Пожалуй, если посмотреть на какие-то социологические опросы, хотя вряд ли кто-то проводил, да, то процент людей, которые знают, слышали название теоремы Ферма, значительно выше, чем процент людей, которые слышали какие-то другие математические термины. Хотя с 2002 года, возможно, есть конкурент. Да, гипотеза Пуанкаре, она же теорема Перельман-Пуанкаре на сегодня. Пожалуй, да, есть конкуренты. Так, ну и, в общем, это 1637, это год основания великой теоремы Ферма, то есть год ее формулировки, и нагло утверждение, что она якобы доказана самим Ферма, но записка он не оставил. Вот 1994 или 5-го, конец 4-го или начало 5-го, когда есть какое-то математическое рассуждение, которое впоследствии стало строгим и общепринято, ну, общепринято после многочисленных проверок, да, после многочисленных, там, 100 крат, 1000 крат проверок, то момент, когда оно уже считается таким, как бы, общепризнанным верным, это такой довольно расплывчатый момент, туман, не очень понятно, когда. Когда 10 человек проверило или когда 100 человек проверило. Ну, наверное, где-то между. 10 человек еще могут ошибиться все вместе, да? А 100 человек приятно не могут. Но вот в конце 94-го Уайлс пишет Ферма. А это Уайлс. Уайлс. И он объявил об окончательном исправлении первой версии доказательства, которую он выдал в 1993 году, на самом деле нашел в ней ошибку. Полгода исправлял вместе с Ричардом Тейлором, и в конце 1994 года они заявили о том, что они справились. Но впоследствии какое-то время ее проверяли, поэтому, ну, где-то написано, что до 1995, когда уже окончательно ее много раз проверили и признали, что действительно теорема Ферма верна, доказана, и отныне из гипотез пошла в рамках математической, так сказать, науки установлено. Вот. Ну, давайте сделаем так. Вначале я вам расскажу, с чего, в принципе, все начиналось, да, и как она была придумана. И чтобы у вас как-то появилось чувство, чем занимаются математики. Это такая штука, да, книга за семью печатями для большинства людей, чем они там занимаются. Вот сидят и чего делают? Пишут иксы. Некоторые думают, что они просто перемножают числа. О, то есть я неоднократно встречал такое объявление, что научим математики быстро и надежно. Вы будете умножать 20-значные числа в уме. И тем самым, видимо, по мнению учителей этой науки о быстром умножении, станете математиками тем самым. Да? Вот, то есть вас, на самом деле, сделают первоклассными калькуляторами, но все же, конечно, не такими хорошими, как обычный компьютер, потому что он сделает это быстрее. Вот, но при этом, значит, человек, который претендует на то, что это все математика, он, если бы ничего математики, конечно, не понимает. Математики занимаются не умножением чисел,
Ну, то, что математики пишут какие-то символы, это верно. Это действительно так. Но за каждым символом стоит какой-то смысл. То есть вот это вот уравнение в буковках можно просто запомнить. Xn плюс yn не равно zn. Ну и там, если кто-нибудь ничего не знает про математику, его запомнит, то он где-нибудь может щегольнуть. Выйти и сказать, а я знаю, как формулируется великая теория Ферма. И сформулировать. Но он даже не может объяснить, вот его спрашивают, а что такое xn? Он говорит, ну кто его знает, что такое xn? Ну я не помню. А вы знаете, что такое xn? Ну, надеюсь, что да. Это x перемножен на себя n раз. Вот, то есть, значит, это, ну, опять же, будет уже отношению. Вот, то есть, понимать формулировку этого утверждения может каждый из вас. Но знаменательно, что доказательство оказалось настолько сложным, что я долго пытаюсь разбираться, я примерно треть, наверное, пути уже освоил. Я думаю, что в 57 годах я разберусь. Но вряд ли сильно раньше. Сейчас мне 46. Ну вот, так вот, с чего все началось? Началось с того, что вообще математиков всегда, всю историю, манили задачи о нахождении решений в целых числах. То есть то, что потом было названо диофантовое уравнение, в честь того самого диофанта, который на это потратил всю свою жизнь. Диофант Александрийский. Он, так сказать, предшественник в этом смысле Ферма и, ну, вообще всех современных, всего современного этапа математики. Есть один такой вот главный предшественник, самый великий математик по последних веков античности. Он жил в третьем веке нашей эры. И 84 года он решал уравнения в целых и рациональных чисел. Потом диофантовые уравнения стали термин использовать для решения только в целых числах, но он сам очень любил в том числе и в рациональных числах. А что такое рациональные числа? Числители в целом. Да, это дробь. Дробь, в которой числители в знаменателе стоят целыми. Ну и понятно, что знаменатель можно сделать положительным, изменив знак, если что. А вот числитель, как получится? Отрицательное число, да. Числитель будет отрицательным. Вот, но вот в дробях он тоже очень любил решать уравнения, причем он как-то их, ну, придумывал, как, я не знаю, сидит себе и придумывает, там, пишет уравнение, или квадрат равно x кубик, например, плюс, там, 5x, и говорит, сейчас будем решать вот так. Рационально, целых чисел. Но, да, человеку со стороны кажется, что мы все какие-то, ну, вот такие вот, такие тихо помешанные. То есть, по какой причине нужно это делать вообще? Почему? Почему? Да я сейчас напишу еще какое-нибудь уравнение, да? Вот у замечательного великого математика Эйлера, основоположника отечественной математической школы, он по приглашению царей дважды приезжал сюда и работал в течение огромного периода суммарного. И умер в Петербурге, похоронен в Александро-Невской лавре. И он, значит, обожал вот эти два уравнения, например, целых чисел решать. Y равно x кубик плюс 1, y равно x кубик минус 1. Вот. А кому-то, например, нравится... Тут мне придется уже что-нибудь стереть. А кому-то почему-то нравится вот такое уравнение. А поднимите руку, кто знает, что это уравнение. Слышали все? Как тебя зовут? Матвей уже знает. Это уравнение, в котором закодирована криптовалюта биткоин. И... Вот вам, понимаете, вот вам и да, только что казалось, что какие-то идиоты зачем-то выписывают формулы и ищут что-то там целое или рациональное. Вдруг выясняется, что на основе тех самых целых рациональных решений этого уравнения функционирует главная криптовалюта в мире, которая бросает перчатку банковской системе современной. Ну, там, банковская система пытается сопротивляться, но в любом случае такой серьезный игрок в финансовом мире. Вот так от простейших уравнений, которыми занимался еще диафант, для него тоже строится мостик к современному устройству мира. Все ваши банковские карточки, там зашиты всякие коды, там пины, там вот это все основано на уравнениях вот такого вида. Вы представляете? Вот это совершенно невероятно себе представить. Но это чистая правда, что чем искуснее вы решаете такие уравнения в целых и рациональных числах, тем лучше вы просто знаете мир, в котором вы живете. Ну или там хакните какой-нибудь обезьян в какой-нибудь момент. Ради просто шутки. Вот. То есть раньше там кнопочки нажимали, какие-то бомбы летели, да? Тут можно раз-раз там нажать кнопочки, там, а у них деньги потерялись. Ой, ну как-то были или нет.
То есть это прикольно, на самом деле, очень. Математика дает хорошее оружие. Вот. Ну вот Диофант Александрийский выдумал очень много интересного. В частности, он, видимо, первый, кто очень подробно описал нахождение всех решений целых чисел вот такого уравнения. Помните, в теореме Ферма n начинается с трех? Это неспроста. Потому что в таком уравнении уже решений полно, и вы все хором скажете, какое, например, вам приходит в голову. 4, 5. Конечно. Нет, 0 нельзя. Ну, 0 неинтересно. Ну, 0 же и xn, и плюс yn равно zn тоже поставить 0, там, а и снова а. Нет, именно имеете в виду не нулевые, да, пожалуйста, 3, 4, 5. Египетский треугольник называется. А почему, почему я про какие-то три числа утверждаю, что это треугольник? Потому что сторона прямоугольного треугольника. О, вы знаете, что такое теорема Пифагора. У вас не обычная школа. С обычной школы давно уже никто не знает теорему Пифагора. Это время ушло в прошлое, да. Ну что ж, респект и уважуха, как говорят в интернете. Вы знаете, что теорема Пифагора намертво связывает стороны прямоугольного треугольника именно этим соотношением. И тем самым поиск целых решений – это поиск прямоугольных треугольников, у которых оба катятся, катета, а также гипотенуза. Все эти стороны, все три, задаются целыми числами. Ну что значит целое? Значит, есть какой-то масштаб, в котором они целые, да? То есть, ну там вот, ну, короче, можно сделать здесь 5, например, можно сделать, тогда 10-10 можно сделать 12-13, тоже будет хорошо. Это еще одна, да, тройка? Ну, я думаю, что вы тоже ее знаете, наверное, да? Фагоровы тройки. Да, вот эти фагоровы тройки, несколько из них используются в ЕГЭ очень часто, поэтому кто-нибудь их внизу знает. Первые несколько, чтобы в случае чего не ударить крестницом, не удобно долго на экзамене. Вот, ну, в общем, суть в том, что целочисленность для сторон треугольника, на самом деле нужно понимать, что означает. Я могу выбрать масштаб, в котором они все три окажутся целые. Вот смотрите, зацените. 3 корня из 2, 4 корня из 2 и 5 корней из 2. Этот треугольник корень из 2 раз больше, чем вот этот. По всем параметрам. Ну и как бы отличается от него исключительно выбором масштаба. Если я с сегодняшнего дня законом Российской Федерации объявляю корень из 2 единицей, ну, единицы измерения, я не могу объявить корень из 2 единицей, потому что это разные числа. Тут даже президент, наверное, не сможет построить новую математику на основании того, что корень из 2 равно единице. Вот. Но если я скажу, что я просто отныне масштаб беру другой, то это будет ровно тот самый треугольник, который вы знаете, 3, 4, 5 в этом новом масштабе. То есть речь на самом деле, вот так вот глубоко, если копнуть, это поиск треугольников, для которых существует один и тот же масштаб для всех трех сторон, потому что все три стороны в этом масштабе становятся целочисленными. И это очень крутая и красивая задача. На самом деле сегодня пол урока мы будем, пол лекции мы будем заниматься именно ей. А потом я расскажу, как бы, что из этого вышло и как оно дальше пошло. То есть на самом деле лекция теоремы Ферма — это обычно либо вводная лекция про гипотезу АБЦ, либо лекция про пифагоровые тройки. Потому что про саму теорему Ферма тут очень сложно что-то сказать, она действительно очень сложная. Ее доказательство как бы можно только намекнуть, в чем состоит. Вот. Поэтому сейчас мы эту задачу решим. И решим как раз методом, который применял Диофант. До этого был еще метод. Ну, Пифагор точно знал. Пифагор с Евклидом знали решение этой задачи. Они его строили на основании делимости. Я сегодня вам предложу геометрию. Любите геометрию? Геому любите? Да. Вот. Так вот, сегодня будет геометрия. Правда, она будет перемежаться, конечно, с алгеброй, это довольно сильно, это будет такое переплетение. Но вот этот геометрический метод называется метод секущих и касательных. Но в данном случае будет метод именно секущих. Метод секущих Диофанта. Выдумал именно Диофант. Диофант
выдумал гениальнейшие идеи, собственно, то, что сегодня функционирует биткоин, на самом деле, спасибо Диогу. То есть все методы, которые связаны с решением таких уравнений, выдумал именно он. Так вот, сегодня мы методом секущих диофантов разбомбим это уравнение в пух и прах. Что я для этого хочу сделать? Я хочу его заменить на эквивалентное, но которое мы будем решать уже не в целых числах, а в дробях, то есть пропорционально. Кто скажет, что для этого нужно сделать? Безусловно. Если я разделю на z квадрат, получится вот такое уравнение. Равно 1. Ну, как бы в случае, когда z равен 0, я не смотрю. Потому что, ну, во-первых, мы вообще ищем положительное. Во-вторых, и z равен 0, то и y тоже равен 0 автоматом из этого уравнения. Неинтересно, случай совершенно. Вот. А если z не равно 0, то делим на z квадрат, получаем вот такое уравнение. И если я в новых обозначу по-новому, вот так вот, а это x делить на z, да? А b это y делить на z. То у меня получается, что если какое-то целочисленное решение у нас было, то а и b будет рациональное решение уравнения а квадрат плюс b квадрат равно 1. А вот это имеет совершенно ясную геометрическую интерпретацию. Да, это окружность. А что мы ищем на ней? Все рациональные. Да, все рациональные точки. То есть все точки, каждая координата которых рациональна. X номер один рационален. Y, ну, первая точка, X1, Y1. Соответственно, X1 рациональное число, X2 рациональное число. Вторая точка. X1 рациональный, Y1 рациональный. Вторая, там, X2, Y2. Тоже обе должны быть рациональны. Ну вот пытаемся описать все пары точек на окружности, у которых обе, все, ну, все точки на окружности, обе координаты которых рациональны. Окружность вы знаете. Вот. Ну, а в каком-то смысле задача о поиске рациональных точек на окружности, она более общая, да, потому что, ну, если я нашел целочисленную точку здесь, я получил сразу рациональную здесь, да? А обратно уже неверно. А почему? Потому что корень не понятен. Ну, не совсем. На самом деле идея в следующем, что я не так можно сказать, что треугольники. Вот если мы ищем треугольники, то мы ищем x, y, z, все положительные, да? Но рациональные точки на окружности бывают еще вот отсюда и до сюда, да? Вот я могу, да, наверное, просто. О! Фанаты Спартака должны быть довольны. Мы ищем. Блин. Да. Так. Я думал, ненавистники локомотива меня интересно. Так. Ага. Вот, видите, мы ищем вот этот диапазон. Ищем точки в этом диапазоне. Ну понятно, что это на самом деле совершенно то же самое, потому что эти четыре точки, ну, мы уже нашли, да, плюс-минус 1, 0, 0, плюс-минус 1, что это сказать. А любая другая, она имеет свой, как бы сказать, своего собрата, но в нужной части, да, то есть, например, минус 3 четверти, ой, минус 3 пятых или 4 пятых имеет своего собрата в той зеленой области, которая будет 3 пятых, 4 пятых. То есть просто заменяем знак положительно. И поэтому на самом деле это все одно и то же. Поиск рациональной точки на окружности и поиск рациональных точек на вот этой части окружности, задачи по интеллектуальному уровню совпадают просто. Вот, значит, итак, сейчас будем искать рациональные точки на окружности, а в обратную сторону работает это или нет? Вот если я нашел какую-то рациональную, вот такую вот рациональную точку на окружности, могу ли я из нее как-то получить решение исходного уравнения? Ну-ка. Нет, ну вот отрицательный мы уберем зеленую область, положительную. Вот у меня есть два положительных рациональных числа, сумма квадратов которых равна единице. Могу ли я на основании этих двух чисел построить какую-нибудь пифагорову тройку, то есть целочисленные x, y, z? Ну вот если у них знаменатель общий, то могу, да? Просто знаменатель туда вынесу. А если знаменатель разный?
привести к общему. Да, ничего проще. Приводите к общему и получаете. То есть на самом деле это полностью эквивалентная задача. Более того, эта задача более экономна, потому что, зацените, вот такая тройка отличается от этой. Два раза. Но приводит к той же самой паре 3 пятых, 4 пятых. После того, как мы поделим на z квадрат. То есть рациональный поиск рациональной точки окружности, он сразу склеивает все очевидности такие. Но ясно, что если нашли эту точку, то я думаю, как-нибудь, да, можно на 2 все. Можно умножить на 3 все, можно на 4, на любое число целое. И вот все такие как бы подобные, да, друг другу, по сути, это просто подобные друг другу. В 2 раза больше, в 4 раза больше, в другой. Они все неразличимые с точки зрения той точки, которая им соответствует на окружности, имеющей окружность. Поэтому нам даже удобнее будет просто найти все рациональные данные. Вот этим мы сейчас и займемся. Нас интересует окружность. Сейчас мы перейдем обратно в белый, да? Цвет нарисуем ее. Ну уж как бы это сказать, не художник, извиняйте. Да, она вам сказала, красивая. Такая немножко побитая, да, с разных сторон. Она покаталась там где-то по асфальту. Да, по многократно снятому асфальту. Вот, и построенному заново она покаталась. Так, и вот у нее вот здесь. Я почему-то хочу вот это я вслед за диафантом, я вот хочу взять какую-нибудь одну точку, которая, очевидно, рациональная, имеет координаты на 0 и минус 1, да? Сейчас я буду делать странную вещь. Но это не я придумал, это придумал все тот же диафант. Я сейчас буду через нее проводить прямые, через вот эту точку. Такая, получается, такая вязанка прямых, да, такой пучок. Туда-сюда. Ну, есть параллельная, она мне как бы не даст новых точек. Есть вертикальная, она даст вот эту новую точку. Ну и все остальные прямые, они мне дадут одну и только одну, за исключением параллельной прямой, параллельной земле, горизонтальной. Дадут одну, ровно одну новую точку, лежащую на окружности. И наоборот тоже вверх. То есть, если я взял на окружности какую-то точку, провел прямую через нее и вот эту, нижнюю, ну, получилась прямая с некоторым углом наклона. То есть, получается, что вот у меня как бы углы наклона параметризуют всевозможные прямые. Как, кстати, написать общее уравнение такой прямой? Кто мне тут скажет? Прямая проходит через точку 0, минус 1, кроме вертикальной прямой. Если вертикальную мы уберем, вертикальная прямая. Какое уравнение имеет вертикальная прямая? Х равно 0. Х равно 0. А все остальные прямые, проходящие через точку 0, минус 1. Кто скажет, каким уравнением будут задаваться? Вот y чему-то равно. Y равен x минус 1. Да, молодцы. Y равно. Ну, другим все там, пожалуйста. Да, сейчас, да, я. Моя любовь к разным цветам пересиливает очевидную необходимость писать одним и тем же, потому что лучше всех. Эй, брат! Ага. Вот. При любом k, подставляя x равно 0, вы получаете на выходе y равно минус 1. То есть все эти прямые действительно проходят через точку 0, минус 1. Но у них разные наклоны, и, соответственно, вот так вот, когда я меняю k, например, от нуля в положительную область, то я вот так вот заметаю вот это все. Ну и вопрос, при каком диапазоне k я попаду в интересующую меня область? А интересует меня, напомню, вот эта четверть окружности, открытая с обоих концов, там будут жить как раз... Потом, когда мы
по любой такой рациональной точке получен треугольничек с целыми числами, с целыми сторонами, то будет нормальным настоящим треугольником. То есть будет положительная вот эта область. Так, вот какое соотношение на k? На высшей единице. Так. И ничего, да? Меньше бесконечности. Да. Так, значит, действительно, k больше единицы, это и есть условие, что вторая точка... Точка, как это у вас называется, лежит в первой четверти, да? Лежит в первой четверти. Вот, то есть как раз нам нужна. А вот теперь самое интересное. Как мне поймать рациональные числа? Рациональные точки. Ну давайте возьмем какую-нибудь из них. Мы знаем точку 3 четверти, 3 пятых, 4 пятых, так? Где-то здесь, да, она? 3 пятых, 4 пятых. Теперь я хочу спросить вас, какой прямой это соответствует, при каком k? Просто подставить 5 равно. Можно. 4 пятых равно 3 пятых k. 3 пятых k. Минус 1, да? Ну? Да, k равно 3. То есть это прямая с наклоном, тангенсом угла наклона 3. Ну, можно, в принципе, и вот так просто делить, да? Вот, это на это надо делить, получится 3 в данном случае. Так, давайте еще какую-нибудь посмотрим. Давайте посмотрим на 12 тринадцатых. 5 тринадцатых, да? И тоже узнаем, при каком k это произошло. Ну, не совсем. 5 тринадцатых равно 12 тринадцатых k минус 1. Да, вот так. Вторая или третья? Так, теперь, значит, смотрите. Мы начинаем подозревать что-то, наверное. Наше подозрение заключается в том, что если вот это, то мы как рыбаки, вот здесь отлавливаем точки, да? И удочкой их сюда насаживаем. Вот точка, бах, удочка. Удочка какой-то наклон. Нас интересует наклон. Если здесь была точка с рациональными координатами, то наклон будет... Коэффициент наклона будет... С рациональным. С задним числом, да. Это очевидно? Да, мы просто не делали никаких действий с дробями, кроме разрешенных. Когда мы вычисляли наклон, мы решали вот такое уравнение. Какое-то рациональное число равно какому-то другому рациональному числу, потому что это неизвестное k, минус 1. То есть решить такое уравнение, понятно, что вы будете совершать такое действие, ну, сложение, вычитание, деление, умножение. Когда вы решаете линейное уравнение, вы не делаете запрещенных действий, с которыми вы начинаете знакомиться с какой-то соседний класс, типа пересечения корней, удаления, да? Вот. Только плюс-минус умножить и разделить. Вот разрешенные вам действия. А эти действия не выводят за пределы рациональных чисел. Потому что можно называть так. Рациональные числа образуют кто такой член. Рациональные числа образуют друг. Нет, все дроби вместе, да, все рациональные числа образуют то, что в алгебре называется ёмким словом из четырех букв. Поле. Такой вот термин. Это когда вы можете что угодно делать в плане арифметических операций и не будете выходить за пределы. Множество чисел, да, когда внутри множество чисел вам разрешены любые действия, либо плюс, минус, умножить, разделить. И вы не покидаете это множество чисел, то такое множество чисел будет называться поле. Но это потом вполне, да? Вот. В общем, суть в том, что действительно вы не выполняли никаких действий, которые вывели бы за пределы рациональности, поэтому если была точка рациональная, то она породит угол наклона, который будет рациональным. Теорема обратная тоже верна. Верно. И обратное утверждение. Вот. И, наверное, ее надо верно было бы приписать именно Диофанту, потому что он первый заметил. А именно, он заметил, что если k вот здесь является дробью,
А вот поэтому вот, вот тут. То есть если я взял уравнение, проходящее через эту точку, наклон которого дробен, то есть вот это к этому дробное отношение какое-то, да? Ну, сейчас дробное, значит, когда-нибудь оно будет выражено как отношение двух целостей. То та точка, которая будет поймана, она будет иметь обе координаты рациональные. То есть, иными словами, это взаимно однозначное соответствие между всевозможными положительными числами большими единицы, точнее, числами, дробными числами большими единицы, и всеми рациональными точками, в изучаемом нами диапазоне. И это и даст нам полное описание всех таких точек, а впоследствии всех треугольников. Докажем? Итак, я утверждаю, что если я вслед за диафрагмой утверждаю, что если это число рациональное, то есть дробь, то вторая точка пересечения будет дробной. Как доказать? Да в лоб просто, в лоб. Как найти вторую точку пересечения? Просто подставить уравнение. Вот это геометрическое место или множество точек, лежащее на этой прямой, да? А это геометрическое место точки, лежащее на окружности, правда? Мне нужно, чтобы одновременно было и то, и другое, потому что я ищу пересечение. Но у меня будет паразитический корень внизу, это надо помнить, мы сейчас его на это заметим. Это корень x равно 0, и y равно минус 1. Но мне нужно найти второй, который не паразитический, а новый. Ну что? В принципе, все это вы уже умеете делать в 10 классе, да? Вы уже решили 200 квадратных уравнений с отличением дискриминанта, правильно? Даже больше. Вы уже как бы самое. Ну, закаленный народ. Закаленный. Итак, x квадрат плюс kx минус 1 возведенное квадрат, да? Должно быть равно единице. Это я это подставил сюда. Так, сентябрь уже на исходе, и, наверное, вы уже помните, как возвести в квадрат раз. Квадрат первого минус двойного произведения. Ага, k квадрат x квадрат. Минус 2 kx. Плюс 1. О, видите, коллективный разум выдал правильно. Теперь я снова превращаюсь в ластик и сокращаю единицу, да? Сейчас я стану ластиком. Я отсюда единицу, отсюда убрал. У меня в результате, если я снова стану ручкой, нужно перемещать, что это равно нулю, правильно? Теперь я снова становлюсь ластиком. Если что-то минус что-то равно нулю, то это что-то равно тому, что. Теперь смотрите, x равно нулю это паразитический корень. Да, потому что при любом k, естественно, у меня есть точка x равно 0 или k равно минус 1. Тут очень важно понимать, когда вы выполняете действия с алгеброй, вы всегда должны видеть, какой геометрии это соответствует. Вы сейчас решаете строго геометрическую задачу, пересечение прямой и окружности, да? Вам нужна та, вторая точка. Вы должны понимать, что первая вам на самом деле задается равенством x равно 0, поэтому может быть проигнорирована. Поэтому вы можете в данном случае совершенно спокойно стереть x, говоря, что вы ищете вторую, а не эту. И получается x плюс k квадрат x равно 2k, правда? Ну а это что? Можно же решить, да? Просто. Вынести за скобочку, останется 1 плюс k квадрат равно 2k. И вот я уже точно знаю, чему равен мой x. Я уже могу стереть на самом деле окружность. Так, координаты, интересующие нас точки на окружности. Так. Раз. Имеет такой вид. Х равно 2К делить на 1 плюс К квадрат. Ну а Y, давайте здесь выпишем быстренько. Y это КХ минус 1, да? То бишь К умножить на вот это все, тут нужны искусство быстрого преобразования, да, минус 1. Кто быстро это, ну, вот, запишет в человек, более-менее человеческом виде, там, что-то числитель делить на что-то знаменательное.
К квадрат. Не совсем, тут 2 К квадрат было. Мы считали это там еще. К квадрат. К квадрат минус 1 разделить. Совершенно верно. К квадрат минус 1 деленное на К квадрат плюс 1. То есть получается вот такая формула, да? Смотрите. У меня получилось, что если К рациональное число, ну и вообще для любого К у меня получились вот такие формулы, просто для точки пересечения, которую мы искали. Ну если К, там, бог знает какой, какой корень из 2 или корень из 3, то X и Y тоже полезны какие-то такие, с корнями. А вот если К имел дробное выражение, то тогда и это будут тоже дроби, потому что я опять, я не вычислял, я не делал с ними ничего заключенного, корней нигде не извлекал, да, все плюсы, минусы, можете разделить. Ну, можно даже четко вот взять и выписать, какие именно это дроби. То есть, если k это рациональное число n делить на n, так, напомню, что у нас k больше единицы, поэтому, что это означает для m и n? Что за рациональное больше только наоборот. Числитель больше нуля. Да, и он больше нуля, то есть положительное. Вот, причем это не сократимые, а они взаимопростые. Вот это взаимопростые. МН взаимопростые. Вот. А, то. И вот сейчас мы посмотрим, что именно то. Для этого я сотру еще что-нибудь. Можно следующую штуку. Да, но мы запомнили формулу, или они у вас есть? Запомнить. Поехали. Итак. X равно 2k на k квадрат плюс 1, а y равно k квадрат минус 1 делить на k квадрат плюс 1. И мы продолжаем, потому что k это m делить на n. То есть смотрите, какая получается четырехэтажная дробина такая, да? У меня так, плюс 1. Но четырехэтажных дробей мы не очень любим. Мы любим обычные. Сейчас мы должны будем это написать как обычные. Но вы, наверное, это умеете быстро делать, да? Итак, что будет сверху и что будет снизу? Нам нужно четырехэтажный дробь превратить в двухэтажный. Вот рациональное число. Да, на n квадрат умножить на числитель и знаменатель. N плюс 1 плюс 1. Что будет? А m минус 1 плюс 1. Нет, единичка, она превратится во что-то вот тоже такое купленное. 2 m куб. Нет, нет, m куб не будет. Извините, m минус n. Ну давайте аккуратно. Умножаем на n квадрат и числитель, и знаменатель. Что происходит в числителе? Если 2m делить на n, умножить на n квадрат. 2m. Просто 2m. А внизу m квадрат плюс n квадрат. А здесь m квадрат минус n квадрат. M минус n. Нет, именно m квадрат минус n квадрат. Это я умножил на m квадрат плюс n квадрат. Да, и у нас даже, смотрите, как нам повезло. У нас знаменатель один и тот же. Поэтому. Ой, а у меня они были A и B, остальные X и Y, да? До этого я их обозначал как АИБ. Ну, не важно. В общем, на основе этих двух, раз это были x и y, давайте у меня исходное уравнение тогда вот такое наоборот было, да? Вот. А если исходное уравнение было такое, то тогда x и y должны были быть а делить на c и b делить на c. Правильно? Мы поменяли немножко, раз поменялись. Там, где были АИБ, стали x, y, z, а там, где были x, y, z, стали АИБ. Пусть берем c. Ну и тогда что нам приходит сразу в голову сделать, чтобы получить тройку? Домножить на c. Получается, что 2mn m квадрат минус n квадрат и m квадрат плюс n квадрат это общий вид. Наиболее общий. Пифагоровой тройки. Знаете, большой буквы. Вот.
она, если m минус n просто будет почти всегда взаимопростой тоже. То есть эти числа не будут иметь общих делителей, даже попарно. Это я не буду сейчас доказывать, можете сами попробовать доказать, но я на самом деле почти всегда. Иногда все-таки нет, нет. Например, если m равно 7, n равно 5, 7 пятых это дробь правильная, несократимая, да, то есть 7 и 5 это просто. Но у этих вот трех чисел будет один общий делитель. Какой? Два, да, и даже четыре. Нет, два будет, да, два. У этого будет только два, у этих будет даже четыре. Ну, в общем, тут можно будет сократить на два. Можете доказать, что в случае, если m и n оба нечетные, то тут будет сокращение только на два, больше не будет. То есть, если вы сократите на два, тогда уже получится Пифагорова тройка. Вот, но на самом деле, любая Пифагорова тройка в этом случае можно будет поменять их местами, и некоторый другой коэффициент k даст ту, которая с помененными местами вот этими двумя качествами будет. Вот. То есть это полное описание всех вообще пифагоровых троек с несократимыми сторонами. Ну а если еще намножить на n все стороны, то будет полное описание вообще всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами, которые было дано диафрагмой. Ну, можете поупражняться, где там какие-нибудь числа. Там взять, например, я обычно, ну, я не знаю, конечно, в 10 классе это вряд ли будет интересно. Ну вот, в классе где-то в 6 детей это веселит. Но взяли я равно 11, равно 8. Разы четности взаимопростые, да? Давайте посмотрим, какие у меня будут здесь стороны, и будет ли прямоугольный треугольник. 2 × 8 = 11. Сколько? 176. Так, значит, первое катет 176. Так, 11 квадрат минус 8 квадрат. А как это быстро вычислить, кстати? 11 минус 8. Да, точно. 11 минус 8 это 3, 11 плюс 8 – 19. Что получилось? Ой, это моя школа. Я учился в сельской школе. Видите, как случайно взял два числа и выходил в школу. Нет, ну читерство, я, конечно, знал, что так и получится. Вот. Ну хорошо, а сумма квадратов? 185. Да, 185, да? Ну вот, а теперь, значит, теперь получается, ну вот, большое удовольствие для шестиклассника взять калькулятор, набрать вот это в квадрате, прибавить это в квадрате, и получится то же самое, что это в квадрате. Вот. Но на самом деле, для прошаренных десятиклассников это все не надо проделать. Проверить эту формулу тривиально. Просто подставить. Давайте подставить. 2mm возведем в квадрат. Прибавим что? M квадрат минус n квадрат. И все в квадрате. Якобы это всегда должно быть равно m квадрат плюс n квадрат. И все это в квадрате. Ну... В уме умеете? Чем эти два выражения отличаются? Знаком внутри. Знаком внутри у одного только слагаемого. То есть в обоих случаях есть m четвертый и m четвертый, которые, конечно, сократятся там и там. Но здесь минус 2m квадрат n квадрат. А здесь плюс 2m квадрат n квадрат. И разница между ними это как раз 4m квадрат n квадрат. Что и утверждается здесь. То есть это тождество, которое можно проверить. Ну и кто-нибудь разочарованно спросит, какого рожна мы все это делали, если можно было угадать? Как говорится, когда ты уже угадал, можно так спросить. Но вот если инопланетяне на заре человечества пришли к египтянам, между прочим, все может быть. Пирамиды построили. Знаете, там прогоны в интернете. Пирамиды могли построить только инопланетяне. Но вот для меня пирамиды построить это как бы не номер. А вот то, что египтяне знали эти формулы, это номер. Древний. Даже какая-то еще цивилизация, там древние какие-то знали. В общем, вот я бы сказал так, что
Доказательство, что Землю посетили когда-то инопланетяне, вот доказательство в лице пирамид меня меньше убеждает, чем утверждение, что они вот эту формулу знали. Откуда они знали эти формулы? Вообще они ничего не умели, да? И вдруг они эту формулу знают. Либо мы не понимаем, чего они умели, чего они не умели, либо инопланетяне. Третий взгляд. Но суть в том, что когда вам принесли эти формулы, уже проверить, уже, ну, по крайней мере, Пифагоров Клин уже умели проверить. Но как доказать, что нет других? Понимаете, да? То есть подставить сюда по правилам, ну ладно. Но как доказать, что это все возможные треугольники с целыми сторонами? Вам принесли треугольник с целыми сторонами, вы говорите, о, а я найду какие НН. О, вот это действительно настоящая математика. Ровно это. Вот это вот все рассуждение с текущим диапазоном. Это был действительно крутейший настоящий математик, который, ну, очень сильно повлиял на весь дальнейший ход. Вот, а теперь я вам расскажу, что было дальше. Сочинение Диофанта. Ну, такой сложной математики больше не будет. Будет время от времени простая математика. Значит, сочинение Диофанта. Давайте уберем это все. Сочинения Диофанта были в 13 томах. Прожил он 84 года, что и по нашим меркам не так уж и мало, согласитесь. А на тот момент это просто такой аксакальский возраст был. При том, что сейчас мы людей там лет 20, и 20 лет потомства умирали на войне. Но вот он дожил до 84 годов. И это самое. Всю жизнь занимался математикой, всю жизнь. Детство, юности. Все свое, вот сколько про него вот известно, он занимался математикой. Есть такая книга «Диофант и диофантовое уравнение» Изабеллы Чумаковой. Она профессор МИПАДа была, не так давно умерла. Она, значит, была историк математики. И вот она как бы там читала его как-то в переводах и комментировала то, что он делает. И вот он, значит, оставляет 13 томов. И в 8 веке 7 из этих томов сгорают в пожаре Александрийской библиотеки навсегда. И до средних веков доходит 6 из 13 томов. Представьте себе, что какой-нибудь ученый, да, чтобы дошли первые 6. Представьте, да, что какой-то ученый занимался всю жизнь чем-то вдохновенно на абсолютно переднем крае. То есть никто рядом не стоял ни на востоке, ни на западе, ни на юге, ни на севере. Вообще нигде на этот момент. В Земле ничего похожего, по крайней мере, по документальным источникам не удается воспринять. И этот человек оставляет свои сочинения, и больше половины сгорает. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, что там находилось. Там могла находиться более-менее вся современная математика, если у нас было у нас там 10 голов, то просто все идеи, да, могли там находиться. Но до нас нашли 6 томов, это тоже было немало. В частности, вот это рассуждение было в этих 6 томах в одном из мест. И их перевели в средние века, где-то в 17 веке, их перевел, ну кто-то перевел и сдал, я не помню кто. И они попали в Ферма в руки. А чем занимался Ферма? Кто был Ферма? Вы знаете, кто был Пьер Ферма? Ну, кроме того, что он был величайший математик Франции. Финансист. Банкир, да, вы знаете, да, историю. Он был в счетной палате в Тулузе. Ну, это синекура, вы понимаете, да, что такое? Это как Госдума, депутат. Чем делает? То есть он как бы сидит, это что-то пишет там, время от времени что-то сверяет. Ну и все оставшееся время просто занимается математикой. Он, представьте, зайдете в Госдуму, а там 450 человек сидит, да, и все занимаются математикой. Неправдоподобно, да? А в 17 веке это было возможно. Вот так вот он сидел и занимался математикой. И переписывался со своими коллегами. Был очень самодовольный тип. Писал. Я решил вот эту задачу, а ты походи и реши. Через 4 месяца письмо из Парижа приходит на лошадях назад. Я справился, Пьер. А вот ты пойди, вот с этой справься. А он говорит, да, это фигня. Вот теперь вот это реши. Ну и вот так вот год за годом медленно переписываются математики. Несколько математиков того времени переписываются друг с другом. И Ферман читает книгу Диофанта, читает ее на латыни, оставляя свои комментарии на полях. То и дело, такие язвительные комментарии, типа вот эта фигня, это реальщина, я там не сообразил, как можно быстрее сделать, да? И вот, вот в этом месте, которое я сейчас вам рассказывал, стоит совершенно специальный комментарий. Дословно он звучит так. В то же время нельзя куб разложить в сумму двух кубов. Но нашим языком это, ой, я красный пишу. Вот сейчас я заменю. Значит,
нельзя никакой куб, но он имел в виду положительный, естественно. Целый положительный. Разложить в сумму двух кубов. Никакую четвертую степень нельзя разложить в сумму четвертых степеней. И вообще, пишет он, никакую n-ную степень нельзя разложить в виде суммы двух тех же самых n-ных степеней. Я нашел этому поистине удивительные доказательства, но поя этой книги слишком узки, чтобы его вместить. С этой фразы начался великий поиск. Тысячи сломанных судеб, десятки тысяч сошедших с ума людей, которые попадали в психдом, решая теорему Ферма, понимаете, доказывая ее. Вот. А также огромное количество фриков, шарлатанов и безумцев, которые, значит, все Академии наук мира бомбардировали своими письмами о том, что они таки нашли решение, и в них нужно было разбираться, иначе они начинали жаловаться в ЦК КПСС каждой из стран, вот, и говорили, что принижают вот, враги, пишут, что принижают. Вот, в общем, это был длинный, действительно длинная история. Но если говорить о серьезных этапах достижения, давайте я здесь напишу по-человечески тоже. Значит, серьезные этапы следующие. Серьезный этап номер один. Вот это Ферма оставил в своих записках, и мы знаем, что он точно знал это доказательство. Более того, это вам задача надо. Значит, это сложная задача для старшеклассника, хорошо, свободно ориентирующегося в, ну, типа 19 задач ЕГЭ, приемов типа делимости. Вот. Вот, кто свободно ориентируется в делимости, применяя многократно формулу для пифагоровых троек, может доказать, что даже такое уравнение уже неразрешимо в целых положительных числах, ну, а следовательно и такое, потому что, ну, это более общее, да, утверждение, что ни один квадрат не есть сумма двух четвертых степеней. А здесь что не одна четвертая степень, но четвертая степень, она автоматом же и квадрат тоже, поэтому если это верно, то и это верно. Вот, ну и вот это утверждение, оно доказывается весьма изящным приемом, Ферма его доказал, называется бесконечный спуск. Он брал, предполагал, что есть какое-то положительное решение, и долгими сравнениями там, что что-то на что-то делится, выводил, что тогда обязательно есть еще одно решение того же уравнения, но меньше размера, вот это z, была там типа порядка корня из того z. И тогда это противоречие, потому что из этого мы выведем еще и следующее еще более низкое, а из него еще более низкое, и каждый раз мы будем оставаться в положительной области, а числа будут снижаться и снижаться. Но бесконечное число раз нельзя, да, это сделать. То есть как бы рекурсия. Вот если мы сделали рекурсию, то мы сделали бесконечность. Но бесконечность в положительной области бесконечное количество раз нельзя понижать число. Поэтому это означает только одно, что на самом деле ни одного решения быть не могло. Ну вот таким хитрым изящным приемом он доказал вот этот случай. Про общее утверждение мы не знаем ничего. Было оно у него доказано или нет, до сих пор никто не знает. Следующее серьезное достижение было сделано гениальным Эйлером, о котором я сегодня уже говорил. Он доказал, что сумма двух кубов не равна кубу третьего числа. И ошибся в этом доказательстве. Вроде бы это единственная вообще ошибка Уэйлера за всю его жизнь. Из-за того, что он оставил, да, он ошибся ровно один раз. Доказательство страшно сложное, зубодробительное, но в интернете оно лежит. Значит, ну поднимите руку, кто знает, что такое Маткульт, привет. Ага, это мой канал. Да. Значит, я всех туда зову, Маткульт, привет. Это канал, на котором мы занимаемся, значит, просвещением математическим. У меня команда 7 человек примерно, ну там плюс-минус там, от 5 до 10 человек. Выкладываем видосы, там комментируют, но иногда я комментирую, но в основном обычно все-таки, если там наша команда комментирует результат. Вот. У нас куча соцсетей, мы тоже ведут волонтеры. Я занимаюсь только записью лекций, там, открытыми вот такими лекциями, но коронавирус еще ударил по деятельности, потому что все лекции были отменены, которые выездные были у меня. Вот, и даже вот здесь должно было быть вот еще много-много московских гостей, но их запретили. И поэтому это идет трансляция в интернет. То есть у нас какое-то время будет такой смешанный формат. Вот. И, соответственно, вот это была, у него была допущена некоторая ошибка.
Но я сейчас не могу за короткое, даже довольно длинное время, я не смогу объяснить, в чем оно заключалось. Но идея в том, что он придумал новые целые числа, такие новые, расширенные, более сложно устроенные, чем старые. Комплексные. Да, это часть комплексных чисел. То есть внутри комплексных чисел, ну, если вы знаете комплексные, то, конечно, мне просто это объяснить будет. Если кто знает комплексные, вы знаете, кто знает, что они лежат на плоскости, да, что они живут на плоскости. Так вот, он взял и выделил среди всех комплексных чисел вершины вот такой вот сетки. Но на самом деле это я уже рассказываю про модификацию, то, что Эйзенштейн поправил его доказательство. То есть Эйлер, он почти угадал вот эту идею, но он как бы... Я сейчас скажу в общих чертах, в чем заключалась его идея, но на самом деле он ее не... Он чуть-чуть ошибся. Значит, окончательно допилил Эйзенштейн в начале 19 века. И это вот что такое. Берется вот такая сетка точек и так далее, да, то есть вот бесконечное количество точек, которые лежат в узлах треугольной сетки. Ну, в частности, все целые точки, естественно, лежат. Вот эти вот целые числа, вот они здесь напрямой, да, на равных промежутках, ну, стоят. А еще много-много-много, да, то есть много-много экземпляров этой прямой, да, поднятой наверх, в разные стороны, вот то влево, то вправо, вот так. И оказывается, что при умножении двух комплексных чисел из узлов сетки получается число тоже из узла сетки. Это надо доказывать, но оказывается, что это так. Ну, про сложение вычитания это очевидно, там, по правилу векторов. Мы уже, наверное, изучали векторов. Вот. То есть получается, что вот эти новые числа, они как бы, ну, устроены примерно как целые. С ними тоже можно делать такие операции, как вычитание, сложение и умножение. Но если у вас есть вычитание, сложение и умножение, то у вас есть и простые числа, да? У вас есть делимость, можно сказать, что одно число делится на другое. Или не делится. Вот. Можно говорить про простые числа. И можно говорить про разложение на множество. Можно, да, расформулировать основную теорему арифметики, которая в целых числах сказала бы вам, что любое число есть плюс-минус произведение простых в разных степенях, и это однозначное разложение. Знаете такую теорему? Да. Так вот, она здесь верна, но это требует особенного, сложного доказательства. Это и в целых числах требуется доказывать, это на самом деле в поле пропускают. Я вам там неправильно доказал. И он использовал просто этот факт автоматически, считая, что в любом... Ну, я по-умному скажу. Не стал доказывать. Да, это наверное. То есть любая модификация целых чисел будет обладать тем же результатом. Про то, что разложение на простые множители будет единственным. Это не так. В данном случае это так. Но я могу придумать легко всякие варианты вот таких вот продолжений целых чисел, где это уже не так. Поэтому это утверждение не из серии аксиомы. Это не то, из чего можно исходить. Это то, что надо проверять и доказывать. Он не доказав, из него вывел вот эту вот теорему. Ну, а потом, впоследствии, Эйзенштейн уже все доказал. Так, что было дальше? Ну, дальше было интересно. Значит, были такие имена, как Ламе. Кто же еще? Кумер. До Кумера я еще не дошел. Кумер – это личность эпохальная. Кто же там еще был? Лагранж, по-моему, тоже светился как-то. В общем, там было несколько имен, они, значит, постепенно доказывали, при n равно 5, n равно 7. А почему при n равно 6 не надо доказывать? Потому что достаточно доказательно. Молодцы, да, потому что достаточно для 3. Любая шестая степень – это одновременный куб тоже. Поэтому если никакие кубы в сумме не дают еще один, то и никакие шестые степени тем самым тоже не дают в сумме шестой степени. Поэтому доказывать, на самом деле, можете еще одно упражнение решить дома, что после того, как я вот это знаю, я вообще могу считать n простым числом. То есть достаточно доказать теорему Ферма для простых показателей. И для остальных будет из нее следовать. Из нее и из, вот, из простых, и из того, что для четвертой степени. Вот. Ну и вот, соответственно, там для простых вот 5, 7 вывели, 11 в каком-то, в какой-то момент появилось. В общем, 100 лет назад, в 1820 каком-то году, Ламе принес полное доказательство великой теоремы Ферма и обрадовал этим французскую академию наук. Но тут же кто-то из присутствующих сказал: вы повторяете ошибку Эйлера, господин Ламе. Потому что вы используете некоторую систему похожих чисел, не доказав основной теоремы арифметики для них.
спасибо вам огромное. Очевидно, через неделю вы принесете это доказательство, и действительно, двигательная фирма будет закрыта. Что случилось через неделю? Он просто опроверг ее. Она была неверна. В общей системе чисел, которой она пользуется, она неверна. Она иногда верна, иногда нет. И вот в общем случае она неверна. И все доказательство рухнуло. Ну вот, собственно, с тех пор появился Бубер, который ввел понятие идеала. Это в алгебре есть такое понятие идеал. В жизни тоже, но в математике многое называется какими-то именами из жизни. Поля, кольца, тела, идеалы, модули. Это все математический термин. Группа. Ну вот, и он, значит, боролся с помощью этих идеалов, он боролся с основной теоремой арифметики, которая была неверна в разных местах. Ну и вот он боролся всю жизнь. Он 19 лет жил и пытался доказывать великую теорему Ферма, доказал для всех простых чисел до 100 ее. Причем там в трех случаях это было особенно сложно. 37, еще какие-то двух. Ну и потом вот еще век народ как-то вот трепыхался, пытаясь доказывать для все больших простых показателей. То есть работа шла по повышению, значит, по повышению вот этого простого числа, но в какой-то момент уже стало понятно, что так можно довести до того, что вы докажете для всех простых до 100 миллионов, потом до 100 миллиардов, да? То вам-то нужен для всех вообще. То есть нужен какой-то единый подход ко всем сразу таким уравнениям. Не рассматривать при разных n его как полиномиальное биофантовое уравнение, а рассмотреть его как экспоненциальное уравнение с плавающим показателем. Ну и вот это было сделано уже только Уайлзом. До этого с 50-х годов стала выявляться связь вот этого уравнения с эллиптическими кривыми, а эллиптические кривые — это то, что я вначале нарисовал, типа y квадрат равно x кубик плюс 7. То есть когда кубическое уравнение на x, y, естественно. И оказывается, что если вы очень-очень хорошо умеете решать такие уравнения, то вы можете доказать себе проект. То есть весь секрет зашит внутри вот этого. А потом появился гипотеза АВС. Так, гипотеза АВС записана в моем, значит, исполнении в виде двух длинных лекций на cpscience.com на канале Байкальские чтения. Ну, найдете. А на Маткульт Привете вот это записано, но это очень круто, это не сложно. Я в школе 179 довел. Я для них прочел на очень таком высоком уровне лекцию про вот это уравнение. И ее занесли на канал, она там лежит где-то. Ну и вообще я приглашаю вас всех на канал. Подписывайтесь и смотрите, что там есть, там куча всякой математики есть. Спасибо, что пришли в этот теплый летний день. 22 сентября, когда было 21 или 22 градуса, вы предпочли знания, прогулки, и это, конечно, похвально и достойно всякого восхищения. Спасибо вам большое. Вам спасибо.